Пока дверь не откроется. Мне кажется, она сейчас уже откроется. Давай. Ну давай еще, Жека. А сейчас потушься, прям. Вот так. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы продолжаем троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам выходит эта серия. Поэтому, ребята, прямо сейчас ставьте большущий палец вверх на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий с Жекой мы будем записывать. Да, Жека? Да, и я пошел до тебя что-нибудь строить. Все, ой, пока. Я тоже. О, что у тебя там за сундучок? А наверху? А? Вот там. Нет, там ничего нет. Ну ладно, давай, давай. Давай, давай. Ну, в принципе, ребята, вот мой троллинг, да? Что он будет себя представлять? В первую очередь, я этому паршивому Жеке, ну, паршивому, да, сделал то же, что он сделал со мной в предыдущей серии, когда у меня просто началась бомбежка. И сейчас он на собственной шкуре поймет, как это проходить, вот то испытание, которое он мне построил. Я ему докажу то, что это нифига не сложно, и он 100% будет бомбить так же, как бомбил я. В принципе, ребята, как видите, у него тут будет такая карта, где будут написаны ходы, то есть на какие блоки он может наступать. В принципе, он должен догадаться, где находятся вот эти блоки, и наступить на них. Но в конце, как видите, тут есть дверь. И тут есть тоже где-то один блок, вот тут есть один блок. И ему нужно будет перепрыгнуть вот сюда. Но он сюда 100% не допрыгнет, пару раз тут помучается. Потом он... Все же сюда допрыгнет 100%, если нет, то я ему помогу. И он зайдет в эту дверь, но тут ничего не будет, он не сможет выйти, ему нужно будет возвращаться обратно. А настоящий проход будет вот тут. После этого он зайдет вот в эту комнату, да? И что тут будет? Тут ничего не будет, но я скажу, Жека, если ты хочешь выйти с этой комнаты, то найди тут спрятанный сундук. Тут где-то замаскирован один сундук, в котором находится очень важная деталь, которая поможет тебе выжить в следующих испытаниях. Он будет тут искать где-то 2 минуты, на самом деле тут ничего не будет, я ему просто скажу, ладно, Жека, проходи дальше, тут ничего нету, ты просто поискал, молодец. Он потом пойдет вот сюда, в следующее испытание, и он 100% подумает, что ему не нужно бежать туда наверх, потому что он уже делал более-менее такое испытание, только у него где-то вот тут был лифт, а у меня не будет этого лифта. Ему действительно нужно бежать вот сюда наверх, он будет бежать. И вот тут он упадет, потому что тут невидимые блоки, через которые он провалится, ему опять нужно будет бежать. После этого всего он залезет вот сюда на самый верх, тут у него будет резистанс, и я ему скажу, Жека, тебе нужно попасть на вот эти нажимные плиты. После того, я не знаю зачем, да, ему нужно было туда залетать, если можно было просто вот так пройти, но он не сможет пройти, потому что тут будут невидимые блоки. Он прыгнет на вот эти нажимные плиты, которые дадут ему джамбуст. После этого он запрыгнет вот сюда наверх, и вот тут начнется одно из самых тяжких испытаний. Ему тут дастся скорость. Он тут будет бегать очень-очень-очень-очень быстро. И ему нужно будет перепрыгнуть вот эти 3 нажимные плиты, которые будут его тпхать на самое начало. А тут будет очень сложно перепрыгнуть, потому что, как видите, тут у него... будет барьер над головой, он тоже будет тут париться, а тут нереально перепрыгнуть, потому что это непроходимое задание, и этим самым я и затроллю Жеку. Жека 100% взбесится, но это, ребята, еще не все. Вы знаете, на чем завязана вот эта серия? Знаете на чем? На том, что у Жеки появится сыночек. У Жеки со Стефанчиком в предыдущей серии уже была брачная ночь, а в этой серии пора, что появился мелкий Стефанчик, который выпадет вот отсюда. Я Жеку заманю вот в эту комнату и скажу, Жека... О, Жека сразу попадет вот сюда, вот в эту клетку, с которой он не сможет выбраться. Я ему скажу, Жека, против твоей воли, потому что я знаю, ты бы на вот это не согласился, я тебя закрыл в этой комнате. Жека. Тут есть секретный код. Голосовой. Если ты его скажешь, то вот эти двери за тобой откроются, и ты выйдешь с клетки и пройдешь следующее испытание, да? Но тут он будет орать, типа, я специально ему буду говорить, чтобы он вот так делал. Для чего? Роды как-никак. Жека будет тужиться, он этого не будет знать, потому что я просто буду ему диктовать, как бы, голосовой код. И после того, как Жека потужится, я скажу, Жека, ты молодец.
вот твой ребенок, который выпадет отсюда, обними своего сыночка. И на этом троллинг закончится, и у Жеки появится наконец-то ребеночек со Стефанчиком. Со Стефаном, Стефанчик это его ребеночек будет, как вы, ребята, меня и просили. А сейчас ждем, пока Жека достроит, и начнем троллить друг друга. Ну что, Эдисон, ты готов? Ой, я даже не знаю, после предыдущего после предыдущего троллинга мне как-то не хочется туда возвращаться, Жека. Я лучше тут постою. Я смотрю, это какой-то для меня такой... Ой, не смотри, всё. Короче, Эдисон, включай геймод 2 вначале. Стой, подожди. Можно я посмотрю, что там такое? Нет, геймод 2. Смотри, и ты должен меня, короче, слушаться. Прям вообще вот, прям слушаться. Ты готов? Нет. Ну если не готов, тогда ты не пойдешь с тобой троллить. Ну ладно, я соглашаюсь, давай. Только, Жека, не сильно надо мной издеваться, хорошо? Ну да, хорошо, Эдисон. Для начала ты должен надеть вот это. Я юбочку не буду одевать. Нет, пожалуйста. Нет! В смысле? Так, ты только что говорил, что будет ослушаться. Ладно, я буду красивой. Принцесса Эдуарда. Я тебя буду называть принцесса Эдуарда. Давай. Собственно, проходи. Что у тебя на спине, Жека? Какие-то труселя, лифчики, а ну бери. Ничего не делай. Ну покажи спину. Покажи. Вот, лифчики, труселя, шарф какой-то. Короче, давай проходи, не выпендривайся. Давай. Жека, я не хочу, тут 100% сейчас упаду. Да, давай, быстрее. Да ты твою мать, я прям напугал. Собственно, Эдисон, знаешь, ты же знаешь, что в предыдущей серии ты вышла замуж за Ибрагима. Вот. Ибрагим, собственно, здесь сидит, и ты как бы его жена, и ты должна выполнять супружеские обязанности. И первым заданием для тебя от Ибрагима будет постирать его вещи. Его вещи, вот. Ага. Да, постирать его вещи. В принципе, ты же должна уметь стирать вещи. Вот. Только слушай, знаешь, по-моему, вещи он где-то на улице оставил. Где-то там непонятно где. Я бы на том месте посмотрел. Так некрасиво так делать, мадам. Ладно. На улице? Давай, да, где-то на улице там Ибрагим оставил вещи. В смысле на улице? Как бы тут как бы улицы даже нету. О, слушай, кажется, карточку... Да, красиво. Что-то проблема, Жека. Он, кажется, карточку в унитаз засунул. Вот да, он мне что-то говорил такое. Думаешь? Ты посмотри. Ах, в смысле он тебе говорил? Так ты изменяешь, да? Со Стефаном и Брагимом, да? Да, мы с ним просто дружим семьями, понимаешь? Ты посмотри в унитазе, где-то говорит, в унитазе пошарься. Я уже нашел. Ну все, молодец. Собственно, тебе нужно найти три вещи Ибрагима и постирать их. Вперед, вещи где-то в какашках валяются, ты там поищи в какашках. Почему в какашках, если какашки в туалете сейчас были? Ну, как здесь тоже в какашке где-то лежат вещи. Ой, куда-то ты упал. Прикольно ты сделал, Жека. Ой. Что это такое, ты нашел там? Ой, да ничего я не нашел. Не нашел? Где в какашках? Ты по какашках? Ой, получилось, да? Что-то странное, да, произошло? Жека, ты вообще видишь, как бы где я? Ой, так это так не должно быть. Это вот фейл, вот Жека не умеет карты строить. Так, ой, слушай, ну ты в какашках-то, ты проверь, где-то в какашках лежат. Да каких какашках, нет тут какашек никаких. Да ты поищи какашки, где как, вот ты баба, не знаю, где какашки. О, здесь какашка. Нашел. А как мне выбраться отсюда сейчас? Ну все, прыгай вниз. А, ну ладно. Ладно. Ой, так, где у меня спаунпоинт? Жека, так, я сейчас тебя телепортирую, да. Поставь тут спаунпоинт. Так, все хорошо. Ну смотри, тебе еще нужно две вещи найти. Ищи, главное, в какашках. В какашках? Ой, что-то опять не получилось, да, какашка? Ой, что-то ой, опять что-то не получилось. Да, что-то не получилось. Ой, я что-то умер. Ой, еще не умер. Я что-то умер. Ой. Это ты плохая ты жена, и даже вещи найти не можешь. Я нашел. Ай, вытащи меня, пожалуйста. А ты там на другую какашку нажми. А, да, на другую какашку, я понял. Да. Вот. Так. Ну слушай, последняя вещь. Последняя вещь? Это твою-то мать! Ладно. Ой, ловушка для дебила, просто дырка в полу. Как ты сюда попал? Ладно. Ой, что-то не работает. Не работает, Жек, что-то не работает. А, вот тут еще одна какашка, нашел. Так, сейчас, Ибрагим, сейчас постираем. Все вещи есть, ты сложи их в этот... Да, я понял, да, стиральная машина. Стиральная машина? Ой. Вот, и слушай, и знаешь, ты послушная девочка, послушная. Жека, порошка нету, сбегай в магаз. Сбегай в магаз, Жека. Да сама сбегаешь, Эдуард. Сбегай в магаз. Я тут лишь этот... Ладно. Ты уборщица моя, да. Ну да, конечно. Собственно, Эдуарда, ты молодец, ты хорошо потрудилась, за это я тебе даю вторую карточку. Ой, спасибо. Но знаешь, слушай, Ибрагим проголодался, я думаю, тебе нужно накормить его. Ой, там ну где-то ладно. В загоне бегают коровы, принеси ему 5 стейков, то подожди, я тебе какое-нибудь оружие дам, а то тебе будет тяжело убивать. Что-то мне кажется, мне вот эти коровы сейчас убьют с одного удара или нет? Жека, знаешь, вот Жека, возьми... я день включу, хорошо, это не играет роли.
да, не играет роли. Собственно, смотри, Эдисон, тебе нужно найти 5 стейков, найди, и все будет хорошо. Вот, что-то коровы не умирают, да? Да, что-то они как-то очень живучие, мне кажется. Так, ладно, не работает. Ой, 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 ой. Коровы-то попадаются. Сейчас нужно. Коровы-то попадаются. Коровы-то какие-то очень сильные, мне кажется, Жека. Ну, всего лишь 5 стейков, я думаю, у тебя получится. Давай, давай, 5 стейков. Жека, они какие-то очень сильные. Ой, куда я пошел? Ну, короче, я дам подсказку. Здесь все коровы плохие, кроме 5 штук. То есть, тебе нужно найти именно 5, которые хорошие. Которые мне стейки, да, дадут? Да, которые тебе дадут стейки. Видимо, нет. Все хорошие умирают с одного удара. Я понял. Так, давай, раз, два. Нет. Ну что, давай, Эдисон. Блин, у меня все пошло на перекосяк, они должны убивать, если ты к ним подходишь. Почему они тебя не убивают? Какой? Я не знаю, может, ты просто... Эдисон поломал мои испытания. Они не умирают. Те коровы, которые не умирают, значит, они не умирают. О, один стейк есть, вроде надо еще 44. Ой, да не всего. Так, так, это не умирает, не умирает. Ой, да, мне кажется, умирает. Какая-то умерла. Мне кажется, та умерла, в которой ты должен быть стейк или нет. Да не, все нормально. О, ой. Ой, это еще стейки полетели. Ладно, давай так уж быть хотя бы 3, я думаю, Брагим будет. Да, думаешь? Не, ну смотри, Брагим просто так много не кушает, он вообще вегетарианец, я не знаю, почему он вообще стейки попросил. Ты какой-то. Не, Брагим не вегетарианец. Вегетарианец, я с ним живу, ты что, дурак? А, ну ладно, ладно, Жека, ой, Жека, может я лучше знаю, чем ты? Ну хорошо, хорошо. Ой, Жека, у меня оружие сломалось. Ой, ну ладно, все, короче, хватит, Ибрагиму и двух, в принципе, пойдем. А, ну ладно, двух хватит, ну ладно, потому что оно у меня не сломалось, я тебя затрою на твоей же карте, ну ладно. Держи свое оружие обратно. В общем, Эдисон, ты давай там Ибрагиму поесть, давай Ибрагиму поесть. И знаешь, все-таки последним испытанием я посчитал, что нужно... Все-таки выполнить свои супружеские обязанности. Не-не-не. Ибрагим тебя уже ждет в постель, ну, как раз наступила ночь. Ладно. Вот, ладно. И ты, собственно, сможешь с ним тут выполнить свои супружеские обязанности. Тут в это, как, догонялки поиграть. Догоняй меня! Ибрагим, давай, давай! У Ибрагима явно не хотел догонять. Мы просто спортсмены, знаешь, мы по ночам бегаем по комнате. Ой, Ибрагиму там нормально, мне тут нормально, я тут прилягу. Ибрагим, кажется, застрял. Да, да, а что ты ему помогаешь, а? Он, кстати, еще разговаривает, ты послушай. А ну. Что-то не разговаривает. А ты его ударь, ударь, ударь. А, вот, что-то там, да? А ты его ударь, ударь, ударь Ибрагима, ударь. Ладно, развлекайтесь тут с этим дугатом, я пошел, собственно, проходить твой тролль. Давай, ладно, Ибрагим, ты тут бегай, качай себе мышцы, а мы пошли троллить Жеку. Пошли, Жека. Слушай, Эдисон, с тебя выйдет отличная принцесса. Ой, думаешь, Женечка. Да. Баба Женечка. Ну ладно, пошли, пошли. Ладно, ладно, дистернусь. Так что, мне Нигемо 2 включать? Да. Включил? Сейчас, подожди. Нет, еще не включил. Включил. Ой, Жека, пошли, пошли. Сейчас ты, паскуда, на собственной шкуре испытаешь, каково мне было проходить твое испытание. И я хочу видеть, как... Ну ладно, давай, давай, давай. Я-то материться не буду, как ты, да? Ой, господи, помилуй. Давай, Жек, вот ты... Тут еще вот так вот, да? Ну, блин, тут у тебя такое-то большое испытание. Ну ладно. В смысле? Вот тебе самая простая подсказка. Жека, поставь тут, пожалуйста, спанпоинт. Блин, да у тебя огромная какая-то карта, у меня маленькая комната. Поставь тут спанпоинт. Ну как бы, смотри, у тебя тут еще даже проще, у тебя тут просто целая карта есть, смотри. Сейчас, подожди, сейчас. Я не могу понять, куда это мне нужно идти. Так, это мы сюда. Да, куда ты? Раз, два, три, вы сюда, по идее. Да блин, не допрыгнул! Жека, тут без подстав. Где вот эти каблстон-блоки, там они есть. Давай. Так, подожди. Ага, это должно быть вот здесь. Вот здесь третий. Я не допрыгну до сюда. О, молодец. Вот. Так, раз, два, три. А, вот сюда. Да ну блин! Можно на каждом блоке буду ставить спаун? Нет, нельзя, я же... Нет. Ой, да блин, это будет жестко. Да ну тебя кинуть! Да ты даже... Ты даже не прыгнул, Жек. Я даже разогнаться не успел. Ой, боже, что мой. Ладно, хорошо, я справлюсь. Я справлюсь. Так. Жека, может сюда лучше прыгни, вот сюда. Вот на этот. Тут, мне кажется, попроще будет. Да, тут вообще блоков нету. Ладно. Хорошо, так.
Подожди, на каком я вообще блоке стою? Вот на этом. Вот на этом первом же. Вот на этом? Да. Вот на карте, вот. Вот он. Раз, два. Так, подожди. Джека, мне почему-то кажется, тебе туда прыгать не нужно. Тебе вот сюда нужно, вот сюда. Мне кажется, ты не обман. Нет, я как раз тебе правду говорю, потому что там реально я забыл поставить. То есть тебе направо нужно. Я вонюк! Я думаю, что я не туда пишу это. Давай. Ай, так, вот, направо, вот я сюда. Я там допрыгну? Да. Я, ну как бы тут два блока тебе перепрыгнуть нужно. Отлично. Вот, молодец. Так, теперь я должен вот сюда пойти. Да. Ага. Там даже подсвечивается. Теперь дальше. А как тут я не допрыгну так? Ну потому что тебе сюда нужно куда-то. Ой, блин! Тебе по кругу нужно пойти. Так, подожди, раз, два. Да как это сложно? Давай, считай, математик. Давай, прыгай. Ай, молодец. Так, теперь. Раз, два, три. Вот сюда. Да! Нет, как бы тебе обратно нужно. Я не хочу все заново проходить, нет, пожалуйста. Давай, Жека, давай. Я еще сдохну, пиши в жопу. Ладно, я тебе помогу. Вот тут можешь спампоинт поставить. Ой, боже, мне еще сейчас по кругу надо будет идти. Да, спанбой, давай. Боже мой. Давай. Сейчас сдохну. Давай. Да, вот и вот если начнешь материться, я тебя пропущу. А так прыгай дальше. Так у меня блок, я без ничего понять не могу. Давай, по кругу, Жека, пошел, Жека. Иди в жопу, говню. Давай. Твою мать. Ай, молодец. Вот я ему не такие сложные испытания. Ты мне еще даже сложнее построил. Давай. Нифига подобного. Так, теперь раз, два, три. Вот молодец. Ну тут у тебя есть подсказочки, тут блоки подсвечиваются. Ага, понятно. И ты говоришь, что я тебе сложно построил. Я не вижу, алё. Ну все нормально, Жека. Вот, раз, два, три, один вниз. Раз, два, три. А вот сюда. Да. Потом. Ничего не вижу, Эдисон. Сколько там блоков? Куда мне прыгать? Я не вижу. Четыре блока. Четыре блока вперед. А какой блок я без этого ничего понять? Ага, вот на этом. Четыре блока просто по прямой? Да. Да не, ты врёшь. Да нет. Жека, я твой друг. Какие вру? Давай. Ну ладно, там было три, не четыре. Я тебя обманул. Я тебе помог даже. Так, блин, хватает. Вот чего? Сейчас, ну как бы все вот. Давайте, я не буду это больше проходить. Нет, Жека, давай все заново. Ну ладно, я тебе помогу. Ставь свой спанпоинт вот там. А тут невозможно допрыгнуть. Ну поставь спанпоинт. А тут нельзя. Да можно там все. Да нет, тут лишь раз, два, три, четыре блока. Ну попробую еще раз. Не смогу я столько перепрыгнуть. Ну. Жек, ты даже не прыгнул. Да блин, я хрен пойми на комплекс, shift отпускай, умираю. Ну ладно, ты меня раскусил, там реально не допрыгнешь, поэтому. Да, тут невозможно, я сразу понял. Ладно, давай, прыгай. Что, куда мне прыгать? Ну я тебе помог, да, вот. Все, наконец-то. Опять какая-то дичь, тут непонятно ничего. Ой, а там, мне кажется, там прохода нету. Тебе нужно дверь в другом месте найти. Чего? Ой, дверь в другом месте, Жека, где-то вот тут спрятана, я не знаю. Ну ладно. Да, ты уже затроллит, вот дверь где-то вот тут, Жека, вот на этом блоке находится дверь. Ну как мне теперь обратно, ты ёпарас, это... Ну ладно, я тебе помогу. Ох, ты бабаха, ты! Ой, да иди ты в жопу! Вот, Жека, прыгай вот туда, вот там есть дверь. Куда? Вот в стену прыгай. Молодец. Короче, Жека, иди сюда. Пока не иди вперед, потому что тут... Где-то спрятанный сундук. Замаскирован вот какой-то блок. Да иди ты сюда, я говорю, тебе нужно найти предмет, чтобы пройти на следующее испытание. Да не, я могу так пройти. А, ну ладно, как хочешь, потом не жалуйся. А ты уверен, что тебе нужно туда идти, наверх? Может? Да, я хочу наверх. Мне кажется, внизу что-то есть, Жека, ну ладно. Да пофигу, я пойду наверх. Ну ладно. Зачем я бегу наверх, ну ладно. Сейчас я полю... Иди в жопу, где-то я забился. Мне кажется, тебе внизу нужно быть, ну я тебе подсказочки даю, ну ладно. Там по мне заговорят. Давай.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой там еще бежать-то наверх? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жека, давай прыгай вот туда, на вот эти квадратики с плитами. Прыгай. На, вот, или на, вот сюда, направо. Тут облака, я ничего не вижу, сейчас, друзья, облака. Да, все, ага. Они уже прыгают. Да. Вот, или вот сюда, вот на этот, видишь, тут есть плиты, или вот на тот дальний, на вот эти дальние плиты. Выбирай куда. Это я и так же могу поднять, правда? Молодец. Ничего. Ну все, ничего, просто ты допрыгнул. Сейчас Жека запрыгиваем вот сюда. Ааа, куда? Вот сюда, наверх. Ой. Ой. Все-таки прав, да? Ой. О, молодец. Жека, подожди, подожди, подожди. Ну, у тебя скорость есть, все, что тебе осталось, это просто перебежать вот это все и... Ага, понятно. Да прыгни там! Дебилый кусок! Давай запрыгивай, давай, давай! Да, нет, нет, давай, Жека! Ой, Жека, давай, давай, прыгай, Жека, прыгай! Ой, да что ж ты делаешь, там, дебил? Давай! Ой! Не туда меня, можно? Дайте сюда, я телепортирую, телепортируюсь! Лучше спанпоинт поставлю, давай, запрыгивай, опа! Сейчас я вначале запрыгну, а потом поставлю! Ой, давай, ой, 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 Жека, я молодец! Так, а как тут теперь пройти-то? Я пробовал, тут все реально, тут... Не-не-не-не-не, Жека, тебе нужно перебежать, перепрыгнуть! Ну, или, в принципе, как хочешь, не знаю. Мне кажется, просто когда ты быстро бежишь, намного проще перепрыгнуть. Тут у тебя только одна... Блоки стоят. Ну, как бы у тебя только одна преграда тут, и все, это реально перепрыгнуть. Тебе нужно просто высчитать, как ты сделал в предыдущей серии, знаешь, когда ты через горящие блоки перепрыгнул. Так и сейчас нужно просто идеально высчитать время прыжка. Заранее. Какое нужно время прыжка? Чтоб ты заранее перелетел вот это все. Какой я заранее перелечусь там блоки, ты такой, понимаешь, я закрепался. Я не с каким-то, знаешь, дебилом. А почему ты просто бежишь, если ты даже не прыгаешь? Я вот это не могу понять. Я подпрыгну, ты понимаешь? Тут я прыгаю, и что, я бьюсь башкой об эту штуку. Каким образом я перепрыгну? Да нельзя тут перепрыгнуть, хватит меня троллить. Нельзя. Жек, вот посмотришь мое видео, и там посмотришь, как я перепрыгнул. Ты даже не прыгаешь, ты это понимаешь? Да в смысле, я прыгаю, ну, вот, я прыгаю. У меня почему-то не покрыл. Ну, ты почти... каждый раз нажимаю пробел. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ну ладно, ладно, Жека, ты ну просто давай, я тебе вот эту преграду уберу. Ой. Ну ладно, я тебе даже вот тут кнопочки эти уберу, ну прикольно. Да нереально это, вот это нереально. Ну я тебе помог два раза, Жека. Но это нереально было тогда прыгнуть, правильно? Все там реально было. Да, я, конечно, да, вот посмотрю на видео. Ой, я случайно, Жека, давай еще раз попробую перепрыгнуть. Короче, ой, да куда ты пошел, Жека? Жека. Выпусти меня отсюда. Я знаю, что ты не согласился, это против твоей воли. Ну, ладно, я тебе дам подсказочку. Это секретная комната, и вот эта дверь открывается... Знаешь, где-то в какой-то сказке там было, типа, Сезам или там Сим-Сим, откройся, что-то такое было. Да-да-да, Сим-Сим, откройся, ну. Тебе тут, в принципе, тоже надо вот такое сделать, только у тебя... А, код для двери, это тебе нужно паакать на протяжении, там, ну, 10 секунд, допустим. Не, ну ладно, ладно, 4 что секунды. Что сделать, паакать? Да, ну просто а-а-а-а, и всякое вот такое. Чё? Это звуковая комната, звуковая дверь, понимаешь, она управляется голосом. Нет, звуковая комната. Ладно, хорошо. Еще раз, Жека. Хорошо. Еще раз. Я не могу, я разбужу кого-нибудь. Давай, ладно, еще 5 раз, Жека. Кажется, я буду шепотом. Не, ладно, Джека, нормально так. Вот так. Еще раз. Еще раз. Пока дверь не откроется. Мне кажется, она сейчас уже откроется. Давай. Ну давай еще, Жека. А сейчас потушься, прям. Вот так. Ха-х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 а-
Ладно. Я не буду это выкладывать. Жека молодец, дверь открылась, но только суть не в этом была. Я знал то, что это против твоей воли, то, что ты не хочешь этим заниматься, поэтому я был вынужден вот это все сделать. Вытолкать с тебя вот этого ребенка Стефана. Понимаешь? Степанчика, Жека. Обними своего мальчика. Ты молодая мамочка, Жека. Вот, Стефан в клетке, все, пока-пока. Я не выталкивал, ничего не то. Дайте мне телепортироваться уже отсюда. Давай, ты поймай. Давай, Жек. Ладно, вы тут развлекайтесь со своим мальчиком, мамочка. Молодая, развлекайтесь. Я вам помогу, чтобы Стефанчику ничего не мешало. Сейчас убьют. Странной сын убивает. Ладно, ладно. Помогите. Ребята, давайте все дружно поздравим Женечку в комментариях с тем, что Женечка стала мамашей. Что у меня убил свой собственный сын. Поздравляем Женечку, все дружно в комментариях, и, наверное, это мы уже будем заканчивать. Так уже наукался сегодня, натужился. Мне кажется, хватит. Ставьте. Да все. Бедные мои родители, которые слышали все, что я тут делал. Вы прикиньте, родители слышат уже там. Ладно, ребята, ставьте большущие пальцы вверх на вот эту серию, если хотите продолжение, если хотите узнать, чем дальше Женечка будет со своим сыночком заниматься. Чем больше лайков наберем, тем больше серий с троллингом выйдет. Да, Жека? Да, у меня, как всегда, уже под конец троллинга слов нету. Все, я заканчиваю серию, все, пока. Пока. Да. Всем пока.